совещании шел глубоко принципиальный и деловой разговор о задачах по выполнению социалистических обязательств 76 года в свете решений 25-го съезда партии. Выдвигались проблемы дальнейшего развития всех отраслей промышленности и сельского хозяйства республики. Среди выступавших первый секретарь Кахчетавского обкома партии Ауэльбеков. Сегодня мы, участники настоящего партийно-хозяйственного актива, с волнением прослушали глубокую, яркую программную речь Леонида Ильича. И каждого из нас охватило чувство гордости за нашу партию, за наш народ, за его героические дела, за наш центральный комитет, политбюро во главе выдающимся деятелем современности, дорогим Леонидом Ильичем Брежневым. В своем выступлении первый секретарь Кустанайского обкома партии Бородин, в частности, сказал: мы должны дать 250 миллионов пудов. Мы прибавили. Значит, нам следует прибавлять и сдать государству больше денег. Первый секретарь Целиноградского обкома партии Кручина. Каждая встреча с вами и в зале заседаний 25-го съезда, и здесь, на преображенной земле Советского Казахстана, не только радует, не только вдохновляет, но и наполняет нас всех чувством особой ответственности, чувством особого смысла за все наши дела на благо советского народа во имя коммунизма. Первый секретарь Северо-Казахстанского обкома партии Демиденко. Всем нам памятны ваши слова о том, что история нашей ленинской партии отмечена замечательной плеядой съездов, и каждый из них был важной вехой жизни партии народа. 25-й съезд сегодня занял особое место в истории нашей партии народа, в истории всего международного коммунистического и рабочего движения. Душой съезда, его знаменосцем, явились вы, дорогой Леонид Ильич. Вам рукоплескали участники этого исторического форума вся наша великая Родина, все честные люди планеты. Мне докладывал Дима Шахметович свое впечатление, что ваша область в этом году, получит, наверное, самый высокий урожай с гектара. Это не значит, что вы должны остановиться, но тем не менее позволяет мне поздравить вас. В заключительном слове товарищ Кунаев сказал: мы глубоко признательны вам, дорогой Ленчич, за эту теплоту и сердечность, с которой вы говорили сегодня о наших тружениках, за высокую оценку достижений республики, за эту огромную заботу, которую вы лично, политбюро ЦК, проявляете в развитии производительных сил Советского Казахстана. Думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что ваша отеческая забота о процветании земли казахстанской вдохновляет нас на новые, еще более грандиозные дела. Участники совещания выразили твердую уверенность в том, что коммунисты, все трудящиеся республики, не пожалеют сил, чтобы оправдать высокое доверие Центрального комитета партии, лично генерального секретаря ЦК КПСС, дать Родине не менее 1 миллиарда 100 миллионов пудов зерна.